Trzeba wychodzić. Ty widziałeś. Так. Сколько здесь? Значит, в данном случае вот по калибруется, нажимаем две кнопки. Угу. Удерживаем до, вот, допустим, 3 метра есть. Удерживаем до того момента, пока она не обнулится. Калибровать нужно на расстоянии 3 метра 5 сантиметров от зонда по рулетке. Зонда. Инструкция есть. Угу. Вот он откалибровался. Включаем. Так, зонд, говорите, совместимость 750 сайтов, да? Это сайтов, да? Все, отлично. Здесь на дисплее, значит, мы будем видеть температуру зонда, заряд зонда. Будем видеть поворот, по часам, штанг, сколько, да? Он, да, наклонен. А ну попробуйте его чуть вверх-вниз за один край приподнять, чтобы он градусы показал. Вот. Это сильно подняли, так не бывает. 90 градусов, да. 36 градусов, то есть это угол наклона зонда относительно Сереж, горизонта. Сереж, повращай, повращай зонд. Вокруг себя просто... Вокруг часовой стрелки там будет путь. Не, не так, я имею в виду... Просто... Повращай. Вот так. Вокруг оси. Да, да, да. Вот он меняется. 4, 5, 6.